наши дети, которые на данный момент находятся у нас на карантине, и буквально через неделю у нас начнутся уже каникулы. Но с учетом того, что мы имеем достаточно хороший информационный уже портал и связь и по Московской электронной школе, в каждой школе у нас имеется устойчивая связь, поэтому я прошу Татьяну Павловну Калинину, Буркасову и Шапошникову на этой неделе провести первые пробные видеоуроки, дистанционные уроки с теми преподавателями, которые в большей степени, конечно, к этому подготовлены, где имеется самая максимальная техническая возможность. Заодно мы покажем, как вообще работает подобная связь. Да, вызов серьезный у нас и для нашей страны, поэтому мы имеем все возможности сейчас предоставить дистанционное обучение для наших детей и для преподавателей.